«Сохрани себе жизнь». Под таким названием в Химках прошла познавательная акция для пассажиров пригородных электропоездов. Сотрудники отдела транспорта и связи администрации округа напомнили жителям о правилах безопасности вблизи железнодорожных путей. Каждому пассажиру вручили информационную листовку, а также провели полезную беседу. Смотрите, каждый седьмой заяц гибнет на железной дороге. Вы билеты всегда покупаете? Естественно, я таким не занимаюсь. А железную дорогу переходите в неположенных местах? Нет. В неположенных местах не переходите, пользуются только официальными переходами. Да. А со своими родственниками, знакомыми проводите работу, чтобы они тоже пользовались только официальными пешеходными переходами? Ну, конечно, они же меня этому учили, поэтому они и так все знают. Спасибо за обратную связь, хорошей дороги, до свидания. Во всех микрорайонах городского округа, где проходят железнодорожные пути, оборудованы пешеходные переходы. В прошлом году такой переход открыли возле жилых комплексов «Две столицы» и «Солнечная система». В связи с этим уровень смертности на железной дороге в Химках снизился до нуля. За первое полугодие 2023 года в городском округе Химки не допущено ни одного смертельного случая. Вместе с тем, в течение первой половины прошлого года было 2 смертельных случая на железной дороге. В течение всего 2022 года было 4 смертельных случая зафиксировано в городском округе Химки. Дополнительно на станциях Химки, Сходни и Подрезково ежедневно дежурят волонтеры и также проводят разъяснительные беседы с жителями.